Лися, мы ее кормим хрущаками. Вот поймали ей хрущака. Для нее хрущак — это вообще супер. Это очень вкусно. Дуся, Дуся, сейчас хрущака тебе дам. На, на, Дуся, бери, бери хрущака, бери. Ой, ой, как она радостно его схватила. Вон она, потащила, потащила хрущака. Сейчас она его разделает. Она никогда в жизни их не ела. Я ее только вчера научил. Вон, вон она, пошла, пошла. Пошла хрущака. Хрущака есть. Кушай, Дуся, кушай хрущака, кушай. Одни крылья от него остаются. Вон она таскает его. Ой, вкусно. Ой, вкусный хрущак, Дуся. Ой, вкусный хрущак. Какой вкусный хрущак. Да, Дуся его ест. Ой, вкусно. Вон, Дуся, ешь, ешь, не стесняйся. Она на видео. Ой, вкусный хрущак какой. Да, да. Ой, какой хрущак вкусный. Я писами его съел, Дуся. Говорят, там много в нем витаминов и этого, очень 100%. Вещь классная, классная. Кушай, 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 Дуся. Да, вот такой хрущак. Вон, Дуся его хавает. Что, уже все съела? Что-то осталось? Я тебе еще сегодня поймаю. Да, вот так ей нравятся хрущаки, Дуся. Что, тебе понравился хрущак? Ты его съела целиком? То многие переживают, что она у меня в клетке живет. Она в клетке только кушает и купается. Так она вот на свободе вот здесь. Вот она ест хрущака. Что, такой вкусный хрущак? Там же протеина практически 100%, Дуся. Да. Вот она ест хрущака. Первого отдал, я не знала, что с ней делать. Он лапами двигает. Она его положила в кормушку и полчаса на него смотрела. Потом прибила и съела. Видно, инстинкт все-таки сработал. Вот. А второго пришел, пока рассказал родственникам, как Дуся хрущака взяла. Она, прихожу, уже осталось только два крыла от него. Да, Дуся, там же протеина полно. Надо их наловить ей полную банку. Говорят, они их килограмма по 3-4 складируют. В этом самом, когда склады себе делают. В общем, вот так вот у нас Дуся научилась есть хрущаков.